Страдали примерно 200 человек. Один поезд метро стоял на станции, когда в него сзади врезался другой. Более чем 150 пассажирам понадобилась медицинская помощь, но в основном у людей констатировали легкие травмы, ссадины, растяжения, царапины. По первоначальным данным, у поезда, который совершил столкновение, отказала система автоматического торможения. Два последних вагона стоящего поезда были сбиты с рельсов. Система метрополитена в Сеуле одна из самых загруженных в мире. За сутки подземкой пользуется примерно 5 миллионов 250 тысяч пассажиров.